Итак, у мамы через неделю день рождения. Ваше предложение? Я открытку нарисую. А я постараюсь не выбесить маман в этот день. Девочки, ну это не серьезно. Что ты предлагаешь? Я предлагаю устроить маме настоящий праздник. Ну, не так, как обычно. Не как обычно. Ты имеешь в виду не испортить его? Именно. Вспомните все предыдущие разы. Вы испортили мне праздник! Это худший день рождения в моей жизни! Вы испортили мне праздник! Это худший день рождения в моей жизни! Вы испортили мне праздник! Это худший день рождения в моей жизни! Ну что поделать? Что и поделать? Хватит портить дни рождения мамы. В этот раз мы сделаем ей лучший день рождения. Не лучший, а идеальный. Такой, про который она всегда мечтала. Я в нас верю. И в вас я верю, мои платинки, что вы сумеете поставить под этим видео 40 тысяч лайков. Или, может быть, 45, или даже 50. В общем, сколько не жалко. А я не очень. Все, за что мы беремся, выходит через одно место. Значит, пора менять эту грустную традицию. Так, Таня, а на тебе ресторан, закажешь мамино любимое блюдо. Будь спокойна, не подведу. Маша, на тебе украшение квартиры и вкусняшки маме на завтрак. Окей, в этом я эксперт. А ты что будешь делать? Я приготовлю ей завтрак и куплю подарок. Поэтому бабки гоните. А я это, ну, можно я... Потом отдашь? Да. Ну, сейчас вообще голяк. Не верь ей, она не отдаст. Я знаю, что не отдаст. Я потом отожму ее деньги, когда бабушка подарит. Возражений не имею. Еще я слышала, что мама мечтала про какой-то сюрприз. А давайте закажем ей белого танцующего медведя. Ну, в ТикТоке это сейчас модно. Я займусь этим. А еще, Тань, ты приготовишь маме на завтрак кофе, а ты, Маш... О, всем доброе утро. А вы чего не спите в такую рань? Еще и в субботу, на вас не похоже. Мамочка, с днем рождения! Снюхай, маман! С праздником! Держи, это тебе! Опять открытка. Спасибо, доченька. Как мило. Но это еще не все. Присаживайся. Сейчас будет праздничный завтрак. Ух, завтрак! Точно! Кофе! Как-то мне не по себе уже. Женщина, ну расслабься. Сегодня твой праздник. Вот. А что это? Кофе! Ой, как ты любишь! Я сейчас вытру. Ой, господи, да кто ж такой горячий дает топить? Матушка, вот твой завтрак. Ну, правда, он слегка пригорел. Ой, авокадо забыла. Малая, а ты что сидишь? Неси сладкий сюрприз. Там есть нюанс. Какой еще нюанс? А ты догадайся с одного раза. Ты сожрала мамины пирожные? Там их было 10. Я думала, съем одно, что было 9. Но 9 же любимая цифра мамы. Первая съела, а дальше все как в тумане. Лолита, дай авокадо. На, а зачем? За этим. Ауч, больно. Я заслужила эту боль. Что вообще происходит? Мы купили твои любимые пирожные, а это мелкое недоразумение их сожрало. Ну не страшно. Ну бывает. А что ты не кушаешь завтрак? Да, я как-то не голодная. В общем, спасибо за поздравление. Я на работу. Вечером отметим. А, ну хорошо, ты одевайся, у нас там еще сюрприз на улице будет. Да, Лолит? Да-да, все готово. Ох, вы меня пугаете все больше и больше. Ну, и где ваш сюрприз? Сейчас будет. Да, Лолита. Да-да. Ага.
Лолит, это что за хрень? Где медведь? Медведь был занят, но они сказали, подберут другой прикольный вариант. Да это ни хрена не прикольный вариант. Ну, не так уж и плохо. Господи, девочки, а что происходит? Мам, ну вот это сейчас так модно. Где? В психбольницах? Я на работу. Да отстань ты от меня! Капец. Да ей понравилось, я вам говорю. Ну вот тебе на ДР опять его и закажем. Не стоит. Ну как вам? Отработал свою лучшую программу. Ага, спасибо. Но вам бы в стриптиз-клубах работать, а не детей развлекать. Так я и там работаю. Кто рассчитается? Пошли, малая. Пусть сама за это платит. Согласна. Праздничный ужин готов. Такой же вкусный, как завтрак? Нет, мы в ресторане заказали твою любимую еду. Ну, тогда я спокойно. Веди. И чем тут угощают? Твои любимые суши. Суши? А вы ничего не перепутали? Тань. Да ну, ма, ну я ж... Приходила к тебе на неделе, спрашивала твое любимое блюдо. И что я тебе ответила? Ма, а у тебя какое блюдо любимое? Да, много всяких. Ну ты одно назови. Ну, суши Филадельфия я любила, но... Все, вас понял, спасибо. Ну, оказалось, у меня аллергия на рыбу красную. А ты чего спрашивала? Первый раз такое слышу. Кто бы сомневался, Таня? Ой, вы вообще хоть что-нибудь можете сделать нормально? Бэтмен вместо медведя, еда, которую маме нельзя есть. Ой, кто бы говорил, сожрала весь сладкий сюрприз мамы. Ага, сахарный маньяк. Ладно, я пойду, наверное. Куда? А подарок? Какой? Мы тебе купили. Лолит, неси. А чё я? Вы должны были забрать его с почты. В смысле вы? Ты сказала, я схожу. Не говорила я такого. Я вообще думала, что его папа заберет. Какие же вы тупые, я не могу. Ой, нашлась тут королева интеллект. Интеллект? Короче, самая умная. Вы все испортили. Рот закрой, микроб. Сина! Чучело недоразвитое! Стоп, а где мама? Ушла, походу. Ну вот, мы опять все испортили. Так, ждите тут. Я скоро. Ты куда? На почту, за подарком. Хоть с ним лажи не будет. Стой, вместе пойдем. Мам, ты тут? Это тебе. Спасибо. А что это такое? Весы. Как ты и мечтала. Они еще к телефону подключаются. Ну, там потом мы тебе приложение скачаем. Ого, это же очень дорого. Спасибо. Мам, ты прости, что мы испортили тебе день рождения. Как всегда. Мы правда старались. Просто вышло бездарно. Девочки, все в порядке. Я рада, что вы у меня есть. А чего ты грустная тогда? Да что-то настроения нет. Годы идут. Вы скоро все повзрослеете и уедете. Ну, мам, ты чего? Мы всегда будем с тобой рядом. Ну, еще папа у тебя есть. Стоп! Папа! Что, папа? Меня папа не поздравил. Мать, не лишай нас отца. Матушка, не горячись. А может, просто не дозвонился? Или там сообщение не дошло? Ой, Валера, Валера. Какая ж тебе сегодня придет жопа? Весь день чувство такое, что что-то забыл. Может, праздник сегодня какой-то? Точно, вспомнил. Сегодня ж день пива. Happy birthday to you. Happy, happy.